Известный певец был простым зрителем на одном из концертов проходящего в Латвии музыкального фестиваля «Лайма». Рандеву, Юрмала. Он сидел в партере, стараясь остаться незамеченным. Но это не удалось. Увидев его, люди подходили и просили разрешения сфотографироваться вместе. Борис Моисеев сердился. Наверное, волновался из-за того, что выглядит не ахти. Так и не оправившись после инсульта, который случился с ним в 2010 году, артист обрюзг, располнел. Его лицо покрылось какими-то наростами. Поэтому Борис, как только замечал направленные на него объективы камер, закрывался рукой и кричал: «Не снимайте, не снимайте». Самочувствие певца нельзя назвать идеальным. У Моисеева до сих пор нормально не двигаются верхняя губа и рука. И такое положение, а также понимание, что карьера и слава в прошлом, стало настоящей трагедией для певца. При этом он трезво воспринимает действительность, хвалит успешные выступления коллег, узнает фотографов, с которыми работал когда-то. К сожалению, после тяжелой болезни артист так и не отказался от сигарет. Он постоянно дымил за кулисами зала Дзинтери. А ведь когда у певца произошло нарушение мозгового кровообращения, специалисты научного центра неврологии РАМН сказали, что причина кроется в сильном переутомлении. Они требовали, чтобы Моисеев полностью отказался от спиртного и курения, иначе у него может произойти еще один инсульт, после которого он не сможет ни говорить, ни двигаться.